Всем привет! Это начало курса по администрированию инфраструктуры. Здесь мы разберем все, что полезно понимать системному администратору. От поднятия инфраструктуры с нуля до настройки различных отказоустойчивых сетевых сервисов. Данный курс является продолжением курса «Основы GNU Linux» и требует понимания многих тем, разобранных там. Особенностью курса является то, что вся наша инфраструктура будет строиться на операционных системах семейства GNU Linux. Реальная инфраструктура зачастую состоит из множества готовых проприетарных решений. Я же буду акцентировать внимание не на инструментах, а на задачах администратора. То есть мы научимся практикам, которые применимы везде, независимо от программного обеспечения. И тем не менее, умение работать с open-source решениями также будет вам полезно.